Здравствуйте. С возвращением. Да. На разоре. Для меня как бы, конечно, всегда приятно выйти из тюрьмы. Я просто про тюрьму тоже слишком детально говорить не стоит, потому что можно каким-то неосторожным словом подвести кого-либо. Каждое слово и в тюрьме, и говоря о тюрьме, надо каждое слово взвешивать. Что, ко мне относились нормально. Заключенные нормально ответили. Меня допрашивал прокурор, с меня были сняты, допрос был прокурор. Извините, это абсолютно абсурдная ситуация, когда расследование ведет то же учреждение, которое потом предъявляет обвинение. Расследование цель – это установление истины, да? Ну, в общем. А обвинение в суде – это как бы преследует уже наказание. Но таким образом, если человек знает, что он же будет обвинять своего подследственного в суде, ясно, что он из всех фактов будет отбирать те, которые усугубляют вину, и наоборот отбрасывать те факты, которые, ну, как бы разрушают обвинение. Эти функции не может совмещать. Это просто логика.